тебя есть снайперка? Ты тут? Да. Ну что, какие? Запустил стрим, потом стресс-тест на процессор. Ну, нормально показывает. Пока, да, бублик не могу найти. Куда он установился? Прикинь, если на эту видеоку спалил тут, да? Ну, вряд ли. А чего это тогда отключалось? Не знаю. Так, короче, бублик пошел. Да как? Да, я же смотрел туда, нахрен. Какие? Если я вылечу, то узнаешь. В смысле? Ты в игру заходишь или что? Я бублик запустил. Если вылетишь, я узнаю. Если я вылечу, то узнаешь. Ты там перестану говорить или что-нибудь еще. Понятно, или можешь... ты так молчишь, я не понимаю, как ты здесь или как ты все время молчишь. Надо петь. На караоке какой песни заказываете? Моем в исполнении барда на заре. Сейчас. Блин, ну если видюха, 100 видюх что-то не так, это вообще как-то непонятно, что случилось. Так. А может не может быть такое, что у тебя перелилось до того, что сломалось. У тебя нет уж ни одного кулера, да, на корпусе? Нету. Вот. И а что? Как без вентиляции? Хрена. А у тебя корпус закрыт или открыт боковой? Открытый. Ладно. Но все равно этого мало для них, наверное. Да еще для разгона, ни хрена себе. Я вот свою пробую, но да, Иван, она у меня горячая, просто пипец. Ну вот, она сейчас 76 градусов. Так. Ровный берег судьбы моей, ночь, печаль и блеск души, лунный свет и майский дождь в небесах. Что-то не та, слышишь? Песня не та. Трек Альянс. Лёха, не так называется песня.
Лёха. Лёха. Суперстрим. Ищем решение проблем.
Тут Ванек. Да. Ну что ты? Пока живу. Ну как, работает нормально все? Да. Ты уже в Апексе? Нет, я еще бублик крутил. Куда в Апексе? 11:30 ночи. А завтра что у нас? Завтра пятница. Да, только пятница. Я и в субботу еще буду работать. Жестко. Где? Жестко. Так, что я хотел найти? У меня, короче, какая-то шляпа, из-за которой ошибка вылетает. Я ее закрыл. В Windows ошибка вылетает или нет? Да, да, в Windows. Может, я реально скачал что-то, вирус какой-то. Ну, со своим Ведьмаком. Ну, ты теперь опять на Рутубе скачал? Почему с Ведьмаком? И до Ведьмака еще та ошибка была, я когда Вапик скатал. Тебе вообще надо все под нули подформатнуть. Главное, проц на сотку, а Дискорд не лагает. Чё за фигня? Нихрена себе, тип попался. 10 косарей убийств. Вот сейчас 100% откиснем, блин, за 2 секунды. И, знаешь, мне бесит эти типы, когда жесткие попадаются. Ну. Они, если их убивают, они сразу выходят, не ждут. А, ну да, да. Бывают такие. Куда ты показываешь? И главное, когда я эту штуку отключал, я смотрел к ней путь, мне путь не показывался, типа, нет доступа, у вас нет доступа к пути. Но когда я ее отключил, она отключилась. Да, не понял. Вот эта штука, которая сначала жрала прот, из-за которой ошибка вылетела. 20% проца она жрала. Я искал к ней путь, у меня был запрет доступа к пути. А когда закрыл ее через диспетчер, просто снял задачу, она закрылась. Все, откис, короче, это тип нахрен. Давай в Apex попробуем. Сейчас я уже рублю с типом, слышишь? Тихо, он затарился, я даже не успел ничего подобрать. Так. Да ну нахрен, ман, у меня этот тип, короче, тип 10 000 убийств, вообще враг полный. Yeah. Я его раз спас, он только его поднял, он похилился, опять откис, короче. Давай, будешь в Апекс? Да. Я ненавижу этих типов. Лучше попадаться с раками, да. Надеяться на этих. Так, Апекс. Твои ставки. Пошли. Все отлично. Я тебе сразу говорил, что ты походу спалил видюху нахрен или что ничего. Как я мог спалить? Я разогнал на пару процентов. Ну не на пару, но пусть на 10. Ни хрена себе, на 10%. Это вообще ни о чем. Значит, может, они не гонятся вообще. Ты гонятся. Я смотрел видосы, они гонятся. Разгоняют их. Ошибка какая-то, Origin выдал. Может, это Origin? Вирус. Да, комп выключает тебе. Я заметил, что ты всегда вылетаешь. А, нет, бывает просто, да, в игре вылетаешь. Но чаще всего ты вылетаешь, когда вот закончилась катка, мы в меню, и ты вылетел. Да. И у тебя спрос почему-то на сотку перегружается. Значит, у тебя что-то с процом, Вань. С процом все нормально. Стресс-тест прошел. Что может быть с процом? Меня отслеживает какой-то тип в этом, на Твиче, Агацент 1102. Я захожу
Через браузер на Twitch. Меня уже там уже не отли... Меня уже там он уже не отслеживает меня. Он, наверное, нажал подписаться и отписался. Я, наверное, когда 1000 раз вылетел, он отписался от меня. Братан, если ты меня смотришь, сорян. Давай, я уже загорелся нахрен. Давай, горячий малый. Я MSI выключил, нахрен. А мне пишется, что 200 сейчас. Да, такая прикольненькая штучка. Просто типа 10 тысяч убить. Раз откис я его спас, два откис. Но уже я его не спас, там уже меня окружили. Я типа демоны. Убить хочу, типа. Трипл килла своего. Это любимое оружие. Что-то как-то долго загружался. Ваш первый раз, потому что. Я тебе говорил, ты как я например. 6 выстрелов, 6 убийств. Представляешь, в одном месте там было все. 6 выстрелов, 6 убийств? Да. Скрабера? Да. Просто хоть что-то. Просто дело еще. 152 умер. И так вот, 6 рыб. Бываю, короче, 7-го. Попадаю хоть что-то, понял, 7-го. Но. Бегу за ним. И, короче, его тип поднимает. Я не знаю, как быстро, чуть быстро его поднимает. Я, короче, на них двоих один выбегаю, и меня, короче, они вдвоем. Жестко. Зря надо было кемперить. Но он так быстро его поднял. Да, у меня это последний, кажется, это этот. Топ-2? Или один, или два патрона уже оставалось на... Активные двигатели на максимум, вперед! Ну да, да, без шансов. За ни одного боя, ну, не дрался весь бой, нашел крапер, сделал сколько-то убийств, 1200 урона, там было сразу. Ух ты. Влево, влево, влево. Входим в дом. Я... У меня есть прицел. X8. Да хорошо. У меня есть патроны, как раз. Заряжай, Ваня, буду стрелять. Ебан, того добрал. У меня есть звездочка. Сейчас пойдем их крашить. Ваня, оружие на пол тебя. P20. Война оружие. Дай прицел отсрочить. Я на тебя снайпер. Чё ты? Здесь легкие боеприпасы. Здесь легкие боеприпасы. Нет у тебя легкого магазина? Нет. Пошли их об... Интересно, типа. Да. Пойдем в этот, нет, бункер. Пойдем. О, как раз они пустят. Хорошо. Там контейнер справа закрытый. Че? Мэнта пропустил ведомого. Блин, ведомый, это, конечно, хорошо. Могло бы быть. Блин, меня обнаружили, я никого не обнаружил. Офигеть. А, ты его убил? Тяжелые нужны патроны. Здесь тяжелые боеприпасы. А есть увеличенный тяжелый, ага. Кольцо вдалеке. Время не ждет. Ну, увеличенный легкий, вот это да. Это...
Еще ящик. Давай, вот сейчас. Ты видел еще ящик? Да, я его уже убил. Там тяжелые патроны у него были. Это не залутано. Так это не в зоне. Да ладно, мы быстро залутаем. Здесь есть модификация. Внимание, коробка не колается. Кольцо движется. Внутри нет никого. Тройной эффект нужен. Блин, мне интересно, что с видюхой? Вообще, может там конденсатор какой-то надулся или... Вон, бегут, Лёха. Куда? Там вообще пошёл мне для начала, чтобы я с ним сражался. К нам бегут. Или нет? Да. Где-то нашел. Давай. А, они забрались на это. Полетели вон. Не видел. Не, мы с тобой полетели, да. Нам тоже туда замену, короче, прям. Всем. Новый лидер по убийству. Если увидите его, кричите. Ман, я, наверное, за сегодня стрим запускал раз 6 или 10. Капец, так вообще никто не делает. Адекватный. Они вон не в ту сторону. Да, в этот дом. Дислоцируемся сюда. Блин. Нас спалили. Вот он. Рядом замечена опасная цель. Снял минус 60. Цель уничтожена. Там со снайперки слева стреляют. Перезаряжаю. Золотая броня. Пол хп оставил ему. Печально, печально. Я еще не вылетел. Блин. Аня, это все-таки видел. Как так? Мазафака. Она вообще почти не поработала даже. Только не гони эту видюху, слышишь? Чего? Ну нахрена, а? Ну пока нормально работает. Не разгоняй ее. Леха, они созданы для того, чтобы их разгоняли. Да это твой ведьмак, по-любому ты не можешь разгонять, чтобы знать, что пришло. Да? Нет. Да, положи. А, вообще, включи его. Ну, она под забитой пылью конкретно, слышишь? Это, которая стояла. Да? Да. Ну, как конкретно? Немножко так. Не новое видно.
Можешь я продать, слышишь, за десятку. Работает, братан. Бублик запущу сейчас. Мы же бублик работает, все, забирай. На высадку увидели цель, уничтожили цель. Пломбы опечатаны. Гарантии нет, а надо будет отправлять в Германию. Как бы, я думаю, как бы длинный потом. Чего? Какая? 2 гига, которая? Которую, да, вот тут же на него, блядь. Мать. Как ты бегаешь? Нет, вот. Нокнул. Хорош. Справа еще кто-то. Не вижу. О, еще бот остался. Ништяк. Ладно. Нет энергетических. Нет. А, патронов? Да. На. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Второго уровня. Пополняем боеприпасы. Минус 20 хп осталось у левого. Убил. Блин. Где он? Красава. Вот и весь отряд. Плен будет хорошо. Я с тобой. Alright, okay. Феникс нужен. Не забирать. Нет, Феникс не забирает, да, да. Чок, у него чок еще, да. Чок приклад. Фиолетовый. Забрать приклад, да, ты забрал. Забрал. Там идет кто-то, да? Не знаю. Слева, да, где-то. Или это ты? Ящики не открыты. Что по зоне? Мы идем не в ту сторону. И прочалили кому с тобой отсюда, давай. 5 секунд. Легкие, нужны патроны? Да, у меня некоторые остались. Давай, есть? Кольцо движется, шевелитесь! Влази. Опа. Прицел возьмешь, мне некуда положить. Мне осталось только найти тайный эффект. У меня есть магазин синий на снайперку. А, у него нет снайперки. Хреново, хреново. Хорошо найти снайперку. Как всегда, отвечаю. Находишь тайный эффект, на него ничего не находишь. Нашел снайперку, нет этого. Закон жизни. Еще слева. Пошел я в зону. Right. А, есть уже. Сейчас стоят два аэродропа, должны по пути выпустить. Знаешь, где эти обычно? Вон зону выпустил. Здесь, слева, три ящика. Обычно снайпер. Я за аэродропами побежал. Подожди, не спеши. Тут зона идет, ё-моё. Не спеши. Никого? По одному,
Никого не вижу, я никого не вижу. Блин, аирдроп далеко. Вообще, лянь, не залутано, целый этот. Давай, залутаем. Залутаем. Целый один. Блин, что-то меня вообще с этой видюхой как будто бы еще больше FPS стало. Типа... Здесь увеличенный легкий магазин. Третьего целый уровня. Магазин. Тебе не нужно увеличенный легкий? Нет. У меня два тяжелых. Ведомо и Spitfire. Не. Нужен магазин тяжелый. Кто-то вроде бегал. Мы же в зону сначала зайдем, не? Как так-то? Он что-то на крюке куда-то полетел, а тут, наверное, на крышу. Молчи, что побежал. Я не пойму, почему они не умерли. Они... Значит, отхилился. Я пока
бежал за тобой, меня начал стрелять отряд справа. Я успел захилиться аккумулятором большим и фениксом. Потом побежал к тебе, а там отряд еще один, которым ты сражался. Ты чё, вправо не прыгал? Следов нет, вот следы где-то. Ещё. Я пошел за тобой, там мне начал стрелять тип. Влево куда-то пошел. Что за лута надо? А ты как думал? Народ сколько прыгало? Похилился. Ты держишься так спокойно. Да, ничего, я не это. 201 и не указывается уровень. Да видел, теперь покончено устало, да? Ну, блин, ну что, не поднимать уровень, что ли? Было четко, теперь вообще ни о чем. 400, когда обниже будет нормально. Ничего не будет меняться. Да? Ну. Дальше уже некуда. После 400-й? Да. После есть даже 500-й, ты чё? Ну какой-нибудь там апнешь. Кстати, я могу подключить эту видюху, которая у меня есть вторая, через Молекс. Что-нибудь с ней поделать. А что я с ней поделаю? Нет. Видишь, не отключается, значит видюха, да? Перегревалась что-то. Значит там что-то да. Или контакт, что-то, блядь, сломалось. Bloodhound. Охренеть, просто. Обожаю эти трехпатронные вблизи. Я вот не понимаю, как они так быстро убивают. Просто он сзади с меня зашел. Оружие так быстро стреляет, как он убивает. Все возможно. Я вот бегу за типом сзади, я включаю R99, стреляю в него в спину, почти я промахиваюсь, и я думаю, кого-то вечность проходит, я думаю, последний патрон, и он умирает только, а он, всё, я уже мёртвый. На R99, с него сложно попасть. Интересно, сколько будет ремонт этой видюхи стоить? 1010.
самое, что меня бесит, когда отдаешь в ремонт, тебе говорят, вскрытие покажет. У меня просто это, я не знаю. Давайте посмотрим, что здесь. А с чего стрелять, господа? Здесь корпус не щит. Первого уровня. Лёха, враги. Еще отряд прибежал. Когда все вернутся в Apex? Прикинь, если длинного на тоже продали какую-то горелую видюху поломанную. Но... если он ее ни разу не обслуживал за 5 лет, то она долго не прорабатывает. Выражает свою благодарность. Чуни 46. Чуни 9, 46. Давай последний хат. Давайте приземлимся здесь. И это... хороший. Да. Так, я лечу, знаешь куда? Я туда. Ты куда? Подальше. Далеко. Нормально. Так, ищейка. P20. Аккумулятор большой. Найти. Вот лайн. Чемпиона убили. Ты броню пропустил. Страж. Легкие патроны, я пока не буду выкидывать друг. У меня только тяжелые. Друг бежать. Тяжелые патроны. Тяжелые. Сейчас буду всю игру искать точничок и иду. Ты че, аэродроп? Это че, это синяя зона? Там нормально. А это поезд приехал. Пошли на станцию. Пошли вот сюда, слышишь? Может меня подождешь, нет? Ну я пока еще не иду, я стою, смотрю. Я лутаюсь, ничего вообще не так. Я вот еще хотя бы что-нибудь. Есть снайперский прицел? Нет. Короче, я пошел лутаться. Прикинь, нашел все, теперь снайперского прицела нет. Когда будет? Честно,
А, да, бывает, кстати, что-то тема. Да, соберешься и кому-то не отдашь. Здесь есть боеприпасы для снайперов. Так, что тут мне этот тип принес? Блять, отряд. Где? Я тыкнул. Где отряд? Пол хп, все, пелочку броню сбил. 69. Пел броня в обоих. Там хана, короче. Они хилятся. Не лезь, не лезь на них. Они меня высекают. Пел броню сбил. Меня убили. Диман, ты видел это? Нет. Знаешь, какой я ему... Я скажу сейчас, сколько я ему урон нанес. 200. Сеньор, 200. Я вообще не понимаю этого. Почему так не везет в этой игре? Ты как думаешь, разбирать видюху? И шо тебе дать это? Можешь что-то на... Ты можешь продать ее, сможешь. Не развить, ни болтики ни разу не раскручивались. Какой-нибудь даун ты будешь. Это надо будет ее в комп вставлять. А ты Apex не запускать. Короче, стримил. Играл в Apex на максималке. Идеально. Ни разу не вылетала. Супер мега пупер класс. А ты знаешь, как ты делаешь? Берешь эту видеокарту. Смотри, я сейчас ее буду вставлять в компьютер. Так вот залазишь, типа там что-то делаешь, а у тебя же там такая же. С дыхательной системой. Задержите дыхание. Ну это нужно, блин, вообще. Это нужно два человека. Там ты ко мне пришел, отвлекал его. Я типа эту когда карточку поставил, а потом типа ее уже достал. А потом он... Что-то не работает она, выключается. Ну, это, наверное, у тебя с процессором проблемы, друг. В меня стреляют. Не знаю. Почему так? Это мания магнит. Ты магнитишь. Я меня опять этот гребаный Мозамбик только. Они, подбирает. Наверное, знаешь, что это 201 уровень, и на тебя бегут. Просто Мозамбик, как всегда. У меня либо P20, либо Мозамбик. И что мне с ними делать? Я с них не попасть не могу. Тащи. Мозамбика. Туф, 16. Туф, мимо. Туф, ага. Мимо. Отлично. 16 урона забой. Файндер не везучий, значит. Кто может быть везучий? Рау-рау-макарау. Тащил, глянь. По 6 кило удел, да? Топ 3 занял один соло. Это ваш чемпион. Я могу каждую катку топ 3 занимать. Просто сидишь на месте. Это вообще интересно. Зато топ-3 на результат. Я смысл это. Кажется, что-то интересно. Я прикидал, я отстреливаю снайкады. Чего? Снайпер взял, только отстреливаешь урон. Выстрел один раз, на тебя скинулись три отряда.
На патроны. Мазафик. Внизу. Понятно, конечно. Последнюю нахрен. Я очень зол. Очень-очень зол. Просто. Ты видел это? Я в него тут и не попадаю, и ничего. Ну, может, может, это программа, из-за которой ошибка, я никогда не закрывал. А тут я ее закрыл, и мне все заработало. Что это программа? Не знаю, какая-то программа, непонятно. Но она отдавала ошибку, я... Да окей, ладно, ошибка такая ошибка. Ну, завтра запущу комп. Посмотрим, что будет. Ну, сейчас вообще не вылетает. Не знаю, что там может случиться. Тоже вариант. Давайте приземлимся. Вот так. Держитесь. Она очень странная. То есть пиксели, битые пиксели, она не выдает. А на максимальной мощности она не выключается сразу. Было бы понятно тогда, что с ней. А так, то есть камень, наверное, живой. Может, какие-то мосфеты. Или... А. Легкие патроны, нет? У меня есть. Мне нужны тяжелые, у меня уже нет. У меня нет тяжелого. Кто-то уйдет, он туда. Пошли вот сюда. Идем. И мне нужен щиток. Кстати, его щитов что-то не нахожу вообще. Они, наверное, в том режиме не попадаются. Тут эти легкие патроны до хрена. Тяжелые. Здесь тяжелые боеприпасы. Прицел бы мне еще есть, ладно. У меня точно чок есть. Чок есть. Опа. С этого... с этой штуки, где монстров убивать надо. Нас убить в окно, стрелял бы еще в меня. Кто за читер? Я в следующий дом пошел. Кто за читер? Я уже хочу его отомстить. Зорки малый просто. Опа. Кинул меня. Случайно. Щит. Thank you.
будет действие 301 или 99? А серый, серый настроил комп, ты не звонил? Хрена, он не смог поставить. Осталась минута. Кольцо рядом. А винду переставить. Да, он устанавливал, ничего не помогло. Не помогло? Да он вообще ничего не помогло. Меньше минуты. До кольца недалеко. На доме там справа. На доме и в доме. Десять секунд. Кольцо близко. Вон он, да? Может, наверх? Я наверх. Где эта хрень стоит? Я понимаю. Сидят, наверное. Только что спринул про это. К нам летят припасы. Милость богу. Вон они. Враг в поле видимости. Вон они. Враг. Открывай огонь. 53, да, почти убил. У него нет брони даже. Пошел на них, наступаю. Это вообще. Понимаю? После щит третьего уровня. Тут кто-то бегает, слышь, кто-то бегает. Тоже фиолетовая броня. Поднял еще. Thank you.
Нет, я убил бабу с этими с дымом. Это ты ее там вначале сам. Да, не, не. Машиш, подходи. Перезаряжаю щиты. Тут броня есть белая. Зачем? Ну, если по-бырому надо. Никого. Не далеко бы я. Че, по-моему, ждать их? Ну, тяжелые патроны. Точно, чок нужен? А у меня есть, но у меня нету снайперки. Надо в зону идти. Тронов не тяжелых, не оставляешь. А у меня все есть. Кольцо сузится через минуту. Банкин. Вань, вот. Здесь враг. Золотая броня. Большие есть. Давай, ну. Припасы на подходе. Вторые нас тут цепли. Не вижу. Опа. Пошли вот сюда! Есть на стадию патроны? Да нет. Там новый отряд или ты бежишь? Ящики есть. Беги в зону.
да. Сужается. Зона хрена ли вроде. Ты можешь взять их обратно пролететь. Будешь подбирать-то? А? Всё подобрал. Чё валяет? Топ-3. Да, давай. Давай.